С улиц Северодвинска начали вывозить снег, причем уборкой города занимается не фирма РСОД, которая выиграла в этом году контракт на зимнее содержание дорог, а муниципальное спецавтохозяйство. Оно чистило город от снега все предыдущие годы. В чем причина? Ответ в нашем первом сюжете. Да, у нас весь город был проблемный, все дороги заложены. На дворах так вообще невозможно проехать. Отвратительно! Отвратительно, совершенно точно. Такую оценку дают водители уборки городских дорог. Неудивительно, почти метровые горы снега возвышаются над асфальтом. Они отчасти заслуга предприятия РСОД. Именно оно выиграло в этом году контракт на зимнее содержание дорог. Однако новичок надежд горожан не оправдал. По просьбе администрации Северодвинска сегодня подключили технику муниципального предприятия спецавтохозяйства. На сегодняшний день получилось сформировать два звена, поставить на самые проблематичные участки. Это где сильная зауженность и дороги с интенсивным движением. Сегодня работы ведутся по Бойчука, по Ягринскому шоссе. Дальше планируется улица Комсомольская и прочие зауженные участки. В борьбе с непогодой задействованы 15 единиц снегоуборочной техники. Уже вывезено более 50 кубометров снега. Эту тему сегодня подняли и на планерке у главы города. Начали, слава богу, потихоньку вывозку снега, да, значит, но я и обращаюсь еще и не только то, что касается наших учреждений, содержания дорог, но и предпринимательское сообщество, то же самое. Тоже надо будет обратить внимание, если надо при необходимости подготовить письма, чтобы они тоже не забывали. Значит, у нас муниципалитет совсем не справится. Ну а пока спецавтохозяйство будет работать на улицах города ежедневно с 8 до 17 часов. Планируются и ночные рейды, ведь если в ближайшие дни снег с дорог не вывести, а весна принесет потепление, Северодвинск столкнется с новой проблемой. Город поплывет. Мария Воробьева, Станислав Крылов, Вестник Северодвинска.